Идея исламской инфраструктурной интеграции, озвученная Нурсултаном Назарбаевым в ходе первого саммита ОИК, предусматривает объединение всех транспортных коридоров между исламскими государствами. Ученым и экспертам поручено провести исследования и на их основе составить интерактивную карту для крупномасштабного проекта. По мнению участников из Кыргызской республики, эти работы откроют новые горизонты в образовательной сфере. Для нас очень важно, в принципе, все направления, но все-таки мы принимали активное участие, значит, в разработке двух направлений. Это по части здравоохранения, научно-исследования в сфере здравоохранения, и по части самой науки и научных исследований, новых технологий. Там есть и математика, там есть исследования космоса, там есть исследования Земли. Ну, по этим частям, конечно, наши ученые будут принимать обязательное участие.